нами, ребята. Вау, круто, круто, круто. Мы все уничтожаем на своем пути, ребят. И собираем всех людей, скидаем. Посмотрите, все людишки к нам попадаются как раз в зубки. И у нас уже очень большое количество зомби, ребят. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру под названием Зомби Цунами. Так, ну что ж, ребят, уже третья часть у нас выходит по этой игре, и здесь мы, что уже, у нас есть две девочки с косичками, ну что ж, давайте побежали, что ли, давайте погоним. Не хочу я покупать удвоение зомби, 1000 монет только тратить. Я думал, что раньше, когда мы их покупали, они у меня останутся навсегда, то есть я за 1000 монет купил, например, удвоитель зомби, да, или больше людей, и оно у меня как бы всегда будет при старте появляться. А тут, оказывается, не тут-то было. Получается, что мы 1000 отдаем монет, а получаем это только единоразово. То есть нам каждый раз придется отдавать 1000 монет. Ну куда это годится? Я такого не люблю. Если купил, то уже навсегда, да. Тем не менее, мы будем покупать разные другие штуки. Так, ну что ж, давай сидим. У нас уже вот 6 человек. Ой-ой-ой, машина, ай-яй-яй, бомба, аккуратненько. Так, у нас уже вот 6 человек тут бегут, зомби. Так, реально, ребята, это... я давно уже думал поиграть в эту игру, но как-то особо не присматривался. Но в последнее время, как только я начал в нее играть, мне ужасно понравилось, это круто. Так, у нас же есть звездочки, да? Да, мы же купили звездочки, видите, теперь ниндзя уничтожают всех практически бомбы. А, да, все-все уничтожают на своем лету, видите? Отлично. Вау, эта игра мне очень понравилась. Так, посмотрите, сколько нас, 10 ниндзя, ребят. Так, все, опять мы зомбики. Ох, я думал, я не успею. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, там и вертолет была, и бомба. Там реально очень тяжело было. Ай, забрали, забыли чувака забрать-то с собой, да? Так, мы уже съели 12, ребята, зомбиков. Превратили бы в зомбика. 13. Не успели парашютиста забрать, но ничего, зато... Так, я что-то растерялся, ребята. Подождите, сейчас я приду в себя. Ой-ой-ой, половину зомбиков потеряли в яме, ребятки. Отличненько. Ой-ой-ой, прыжок, прыжок второй. Ребята, два зомби осталось. Один. Ох, вот сколько тут людей было, ребят, вы видели? Четверо людей стояло, нас уже... Ой, опять нас четверо. Только что еще взорвался один чувачок. Совершенно случайно так получилось. Так, зомби бегут с очень огромной скоростью. О, цунами, ребята. Вау, круто, круто, круто. Мы все уничтожаем на своем пути, ребят. И собираем всех людей, скидаем. Посмотрите, все людишки к нам попадаются как раз в зубки. И у нас уже очень большое количество зомби, ребят. Посмотрите, перфект. Нас уже 9 человек. Давайте съедим это. Ох, и здесь сколько, так много. У нас 14 человек, ребят. У нас еще так много не было, наверное. Ой-о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 й. Ну а что ж ты сделаешь, а? Все, ребятки, все, да, я уже не успею. Ну, здесь нужно купить бриллианты для того, чтобы продолжать эту игру. Но это надо играть во взломанную версию. Вот во взломанной версии можно играть бесконечно. Но версия у нас обычная игры, и мы с вами собрали 27 людейшек, мы съели с вами. И таким образом мы с вами собрали 27 мозгов. Ну, короче, как-то типа так. Так, ну что ж, ну давайте, собственно... поиграем, потом продадим мозг и купим что-нибудь прикольное. Так, ну что ж, начинаем мы опять бежать в городе. У нас чувачок в шляпке и один рядом бежит просто без шляпы. А кто это тут такая стояла? Какая-то подружка. Ой, потерял всех, ребята, остался один. О, подруга, иди сюда, съели, ням-ням-ням, как вкусно. Так, все, нас теперь двое, я и подружка. Ну и зомбики такие маленькие. О, третья подружка, иди сюда. Мы съели негритосочку черненькую. Так, иди сюда. Нигер. Так, ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо.
Вот так. Перфект. Перфект, отлично, ребят. Чем больше монет мы тоже соберем, тем больше денег. Это же мы деньги собираем. Так, отлично. Так, это что у нас? Ниндзя, о, отлично, ниндзя я люблю. Давай, ниндзя, пошел. Так, бомбочки мы вот так вот все уничтожаем. Отличненько. Просто замечательно, я считаю. Прыжок. Иди сюда, девочка. Все, девочку мы съели. Перфект. Так, все, опять зомбиками. Ребятки, бегаем. Так. Ой. Фух, все успели. Так, девочку эту съели. Ой, там вертолет. А я думал, там будет машина, ребят. Да что ж ты будешь делать, а? Ребята, там уже зомби... вылепили зомбика из камней, сделали. Вы видели, выгрызли. Вот здесь 4 президента у нас, скала, смотрите. Гора Рашмар. Ой, ребята, я хочу жить. Ох, 2 зомбика не успели перескочить через эти огромные такие, короче, штуки. Через такие прообрывы. А мы успели, все. Мы успели, и таким образом мы с вами выжили, да? Да, погнали. Опа, ребятки. Что это? О, дракона еще не было. Ребята, мы дракон. Посмотрите, мы дракон, ребята. Вау, ха-ха-ха-ха. Мы дракон. Мы огромный дракон. Иди сюда. А самолет мы сидим? Нет. Мы не съели самолет и проиграли? Да как так-то может быть? Скажите мне, пожалуйста, как так может быть? Ладненько, ничего страшного. Давайте фруктовый пунш с выпавшими зубами сделаем. Это зубы от зомби, короче, которые достались мне в подарок. И мы заработали 700 монет. И таким образом... Окей. И таким образом... А, это нам предлагают подключиться к сети. Так, ребятки, ну что ж. Так, магазин, идем в магазин. Так, у нас мы разблокировали зомби-птиц. Нет, не будем мы покупать это. Давайте нажмем купить. О, ребята, что это у нас такая? Это зомби-птица нам попалась такая крутая, да? Снять прикид. Нет, не надо, пускай будет. Так, ну что ж, зомби-птица есть у нас. Так, что у нас здесь? Так, вид Рашмар. Мы с вами открыли. Так, иракезы потом дальше можно будет двигать. Ребят, здесь столько всего можно будет купить еще. Так что и переживать, в общем, не стоит. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь дальше есть. Так, а дальше у нас здесь... Что же у нас есть дальше? Дальше у нас здесь идет лотерейный билет... Монетная машина 500, группы людей. Но это все одноразовое. Стоит понимать, что это все на один раз только, ребята. Давайте купим лучше цунами плюс 5 секунд, да? За 1500. Все. Теперь, когда я буду получать цунами, у меня теперь будет, типа, намного больше. Давайте, поехали. Ребят, зомби-птица летит. Посмотрите, мы купили зомби-птицу. Зеленая зомби-птица, вот это прикольно. Птица-зомби, я такого еще не видел. О, человек, ой-ой-ой, потеряли зомбика. А зачем мне нужна зомби-птица? Она просто летит и все? Или она какую-то роль играет здесь? Я даже не знаю, ребят. Зомби-птица, в общем, продолжает полет вместе с нами и... А, может она этих ловит? Те, кто в воздухе? Парашютистов? Вот, идите сюда, там было много людишек, ребят. Там было четверо, и мы все упали в яму. А зомби-птица у нас... Что это она делает? А, зомби-птица у нас не смогла даже родить никого. Она попыталась родить какого-то зомбика, но у нее выпало только перья, и, в общем-то, ничего не получилось, ребятки, представляете? Так, ну что ж, ребятки, погнали дальше.
замечательная игра, просто отличная. Так. Перфект. Супер. А зомби-птица что ничего не делает-то? Зомби-птица, ты должна мне помогать. Вообще, как-то выигрывать. О, цунами, ребята! Вау, круто! Теперь мы наберем хоть много-много очень зомбиков. Отлично, круто. И вертолет даже снесли, вы видели, ребят? Перфект. Так, отлично. Эй, половина зомбиков потерялась. Вау, куда же вы? Ох, идите сюда. Вы видели, сколько их было много там? О, у нас уже 13 штук, ребят. Круто, да? Скажите, круто. Просто замечательно. У нас уже 13 человечков. Классно. Так, отлично. О, ребята, мы эти футболисты. А, мы же можем на своем пути все сносить. Че я прячусь-то, ребятки? Погнали, 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 погнали. Все просто замечательно, все просто отлично. О, мы даже танк перевернули. О, ребята, мало нас осталось, двое, ребята, все попадали реально в ямы. Все попадали реально в ямы. Ой-ой-ой, прыгай, прыгай, прыгай. Так, девочка даже с косичкой с нами бегает здесь. Ой-ой-ой, о, здесь опять куча людишек. Замечательно, просто круто. Просто круто. Прыжок, погнали. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично. Вау, ребята, половину моих зомби растерялась. Реально один выжил, чувак. Посмотрите. Реально все, и тот уже умер, да? Ну давай, рожай зомби. О, ребята. Зомби родился, круто. Родился зомби, посмотрите. Птичка родила мне зомбика. Вот это классно, вот это птица, я понимаю. Надо было съесть чувака. А теперь, ой, как сложно мне, ай-яй-яй-яй, проиграли, 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 но ничего, ребятки, тем не менее, мы собрали достаточное количество мозгов с вами, чтобы их продать. Все, теперь мы продаем мозги, да, у нас есть 780, так, в магазине ничего новенького пока нету для нас. Пока еще нету, ребятки, нам предстоит бегать еще, бегать и бегать, в общем, так что, ребятки, нет ничего лучшего, чем начать новый забег. Так, ребятки, погнали, погнали дальше. Погнали дальше бегать нашими зомбиками замечательными. Прыжок, пошел, 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 пошел. Отличненько, просто супер, просто замечательно. Перфект, круто. Все, чувачка съели. Давайте отправляемся дальше. О, машинка, ням-ням-ням-ням-ням. Иди сюда. Пип-пип. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо, побежали. Ой, я думал, вертолет будет сейчас лететь и не прыгнул. Надо было прыгать, но откуда я знал, что это? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята растерялись немножко. Так, цунами, отлично. Бам-б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 ам. Перфект. Круто, просто замечательно. Отлично.
Perfect. О, сколько нас зомби, ребятки. Гляньте, сколько нас. Нам ничего не страшно. Ни бомбы, ни ямы. И мы всех съедим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж ты будешь делать, а? Эй, да что ж такое-то, а? Кудахкает моя курица. Так, остался, короче, один чувак. Уже двое. Отлично. Так, здесь что у нас? Дракон. О, дракон, отлично. Такой масенький дракончик. О, все, что ли? Одна голова осталась от дракона, ребят. Все, я думал, дракон тоже бомбы хавает. Давай, рожай, рожай. Нет. Не смог родить, ребята, не смогла птица родить. Короче, мне зомбика, и мы с вами проигрываем. Но, тем не менее, ребят, ну как проигрываем? Да, определенно это... у нас, в общем-то, все отличненько. Нам просто нужно будет в следующих уровнях пооткрывать в магазине какие-то новые дополнительные бонусные штуки, чтобы мы могли приобретать. Так, что мы здесь можем купить? Еще пока все закрыто, ребятки. Так что, в принципе, нам еще играть в эту игру и играть. Так что, дорогие друзья, что я вам хочу сказать, что этот выпуск на канале Вечное Детство подходит к концу. Я хочу вас попросить, чтобы вы обязательно подписались на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Ставьте колокольчик, комментируйте мои видео, ставьте пальчики вверх. И до скорых встреч, дорогие друзья. С вами был Юра. Пока-пока.